Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня мы вяжем, ой, плохо видно, девчонки, на коричневом фоне. Вот такой вот ромб двойными полосами, подсмотрела я его, вот H&M, по-моему, кофточка, вот такой вот джемперочек, этим узором связан, очень красиво, необычно, мы привыкли к ромбам из одного ряда, здесь он получается двойной, так как у нас лето, поэтому я думаю, удобный узор, вернее красивый для кофточек летних, пловеров, кардиганчиков тоже, вот джемперочка, да что угодно. В общем, значит, узор у нас состоит вот из 20 петель, вот так вот раппорт, которые и 20 рядов, которые образуют вот этот вот ромб. Значит, вязать я буду один раппорт и в ширину, и в высоту. Схему вот я нарисовала. Вот, заскриньте, чтобы у вас было. Вот, и пройдемся сейчас по вот этой вот схеме. Значит, для узора я набираю 22 петли. двадцать один, двадцать два. Я сейчас пробежу два ряда лицевыми петлями, чтобы просто отделить как бы узор, чтобы накид не был у наборного края, только ради этого. Вот, в схему это не входит, предполагается, что здесь у нас либо резинка, либо край какой-то ажурный. Резинка, скорее всего. Мы только пройдемся сейчас по схеме подробно. Так, изнаночные я все-таки изнаночным хотела, платочная вязка, но все-таки изнаночными петлями я сделаю. Так, итак, буду вязать с первого ряда, девчонки. Кто совсем новичок, поставьте на замедленный чуть-чуть, чтобы вам было понятнее и видно, что я делаю. Кто не новичок, вам нужно пройтись, можете поставить на ускоренный. Да, я думаю, кто не новичок, они разберутся по схеме, несмотря видео. Вот. Но если вы просмотрите и поставите лайк, я буду вам очень благодарна. Правда, девчонки. Я никогда этого не говорю. Ставим лайки, жмем на колокольчик. Как-то мне это стрёмненько выглядит. Но на самом деле надо, потому что сейчас нужно, канал куда-то улетает вниз. Значит, первый ряд, девчонки, 2 петли вместе лицевой, все лицевые петли, по сути, сам узор, 5 лицевых, 1 2 3 4 5, накид, лицевая, накид, и 2 петли вместе лицевой я меняла местами, вот, чтобы у нас была как бы красивая косичка. Здесь оно само по себе получается, а вот здесь вот так. Значит, 2 петли вместе лицевой, 5 лицевая, накид, 5 лицевых, 2 3 4 5, и 2 петли вместе лицевой меняем местами. Вот. Второй изнаночный ряд, и все последующие изнаночные ряды мы вяжем изнаночными петлями. И я их просто буду вырезать из видео, они не нужны. Вы будете знать, что это изнаночные петли, чтобы не задерживать вас. Видео остановите и вяжите изнаночный ряд. Так, третий ряд. Первую петлю снимаем кромочную, 2 петли вместе лицевой, 4 лицевые. Накид, лицевая, накид, 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой, перебор. Всегда есть вот эта ведущая петля, да, лицевая, и дополнительная петля, с которой мы провязываем вот эту вот лицевую. Всегда она идет вниз. Вот запомните, чтобы вы не путались, за заднюю стенку, за переднюю стенку, с уклоном вправо, с уклоном влево. Вот, всегда запоминаем. Это я просто упрощенно вам рассказываю, как бы не путаться. Значит, 2 лицевые по центру и дополнительная петля, которая подхватывает для провязки вот этих двух вместе. И всегда вот эта дополнительная петля с боков, она уходит вниз. Эта петля должна быть всегда сверху. Не знаю, нужно ли вам объяснение.
или нет. Значит, 2 петли вместе, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 4 лицевые и 2 петли вместе лицевого. Вот она ведущая, вот дополнительная, которая уходит сюда. Значит, она у нас должна быть под низом. Так, четвертый ряд изнаночные. Изнаночные петли. Так, пятый ряд. 2 петли вместе лицевой, 3 лицевые. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые. 2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе лицевой, вот они, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 петли вместе лицевой, ой, вместе, 3 лицевые и 2 петли вместе лицевой. Седьмой ряд. 2 петли вместе лицевой, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 петли вместе, 2 петли вместе, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой, 8 изнаночный ряд. Так, 9 ряд. 2 петли вместе лицевой, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 4 петли лицевой, 4, да что ж такое, 4 лицевые петли, 2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе лицевой, 4 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая, и 2 петли вместе лицевой. Так, это 9 ряд у нас был. 11 ряд. 2 петли вместе лицевой, накид, лицевая, накид, 5 лицевых. 2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе лицевой, 5 лицевых. Накид, лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой. Двенадцатый изнаночный ряд. Тринадцатый ряд. 2 петли вместе лицевой. 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 4 лицевые. 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой, 4 лицевые, накид, лицевая, накид, 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой, изнаночный 14 ряд, 15 ряд. 2 петли вместе лицевой, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе лицевой, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой, изнаночная. 17 ряд. 2 петли вместе лицевой, 3 лицевые,
накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой. Восемнадцатый изнаночный и последний 19 ряд. 2 петли вместе лицевой. 1 4 лицевые, 1 2 3 4 накид, лицевая, накид, 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе лицевой, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 4 лицевые и 2 петли вместе лицевой. И все далее повторяем с первого ряда, и у нас будут образовываться вот такие вот красивые двойные ромбики. Вот он один у нас в комплекте. Это выглядит вот так вот красиво. Согласитесь, очень красиво, необычно, привычно для нас с одним рядом, а здесь у нас он получается с двойным рядом накида, что очень симпатично, красиво. Ну все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.